На улице Шевчука возле перекрестка с Трубным переулком мотоциклист во втором часу ночи насмерть сбил горожанина и сам попал в больницу. 36-летний байкер на своем «Сузуке» совершил наезд на зебре, где пешеход имел преимущество. В момент аварии переход был нерегулируемым. Светофор работал в режиме желтого мигания. Мотоциклист мчался по пустой улице в направлении Южного. Хабаровчанин, попавший под удар, в столь поздний час выгуливал свою собаку. Он шел через дорогу слева направо по ходу движения байка, с дальней от водителя обочины, однако был им почему-то незамечен, хоть тут и имеются уличные фонари. Мотоциклист не новичок за рулем. Права он получил еще 18 лет назад и к числу байкеров-нелегалов не относится. Он практически не успел что-либо предпринять и врезался в прохожего почти на полном ходу. О скорости и силе удара говорит то, что пешеход в момент столкновения лишился нижней конечности и скончался на месте трагедии почти мгновенно. Разумеется, оказался лежащим на асфальте и мотоциклист. На мужчине был защитный шлем, но полностью обезопасить его он не смог. Виновник аварии госпитализирован с сотрясением мозга и переломом лопатки. «Сузуки» полицейские отправили на арест-площадку. Мотоциклист станет фигурантом уголовного дела и, возможно, даже попадет за решетку. Тест на алкоголь он прошел без сюрпризов. Анализы на наркотики находятся еще в работе. По данным ГИБДД, байкер не является злостным нарушителем. За последние 2 года за ним не числится никаких штрафов. Личность погибшего, на вид которому около 30 лет, следственно-оперативная группа сразу установить не смогла. Документов при мужчине не нашлось. С места происшествия Валентин Борозняк и Андрей Алферов.